Некалькі місяців у Міністерстві праці і соціальної безпеки люди телефонують, телефон просто розривається і кажуть: слухайте, адмініться пенсійний зріст, повисьте його, хоч щось зробіть. Як вам пропонував працювати до самої смерті? Ну, не знаю. Це, на самом деле, не лучше, чим я хотів би зайнятися в старості. Какого перепуга? Пенсіонер. Почому? Скільки лет сидів полчаса вдома, а от... Вот. Нам, вот, допустим, на стройке работаем, сейчас вот, лет, нахуй. Вот, допустим, нахуй, сейчас уже практически денег голяк. Мы зарабатываем, строители сами зарабатывают 7-8 миллионов. Лукашенко кричит, что слишком много строителей зарабатывает. Убирает много денег. На Россию никого не отпускают. И получается дело в том, что... Забыл? Я бы хотел отдыхать. Но я считаю, что пенсионный возраст нужно все-таки увеличивать, потому что на пенсию уходит очень большая часть бюджета. Скажите, что вы его не подтримливаете на камеру. Скажите, он все неправду кажется. Конечно, неправду. Надо, конечно, повышать, ребята. Да ладно, шучу. Не надо повышать. Ну, правда. Ну что вы нас подставляете так, а? В Европе люди себе позволяют съездить на юг. Говорит, на пенсию, говорит, скоро идти. Какая пенсия? Я считаю, что не стоит поднимать. В нормальных странах его только понижают. Лучше бы занялись бы нашими зарплатами от соцработников. А по телебачению иншее показали. Кажут, что во всех краинах наоборот поднимать, а только в Беларуси такая. У меня знакомые живут в Европе, ну и совершенно другая картина там. По телебачению ж хлусить не будет. Ну да. Люди, наверное, просят, потому что у них нет денег, и на пенсию они жить не могут, поэтому и просят увеличить пенсию. Это неправда, у нас все стабильно. Поглядите, что в Европах отбывается. Ну, тогда я не знаю, что ответить. И что вы будете на пенсии робить? Выращивать сосиски. Редиску. Сосиски выращивать? Красавец уже до самой смерти прям. Не, до самой смерти нет, просто народ у нас такой уже слабенький стал, честно. Так треба ж стабільність піднімати, щоб... Надо, я не спорю, надо, що пенсіонерів, звісно, більше, ніж цих працюючих. Ну... Подумайся, народ, п'ятигодку за 2 роки, як раніше було, правда? Не піднімем, не вірю я. Немного, мужчинам особенно много нельзя повышать. Чому? Так, меньше, да. Меньше живут. У них а повысить здоровье. Обязательно надо, иначе пенсию не немного. Получать. Я бы повысила женщинам 58, а мужчинам 62. Ну как какую? Ну, надо платить по-другому пенсии начислять, делать. Не чтобы я работал на его, а чтобы человек сам себе на пенсию собирал деньги. Ну я не знаю, стоит задуматься вообще над целой системой пенсионного формирования и пенсионного обеспечения. Скорее всего, нужно что-то менять в корне, потому что ну, так дальше не пойдет. Люди не успевают пожить на пенсии, отдохнуть, так сказать. Уже пора, короче, на кладбище. Когда уже на пенсию выходит? Вы простите за такой сарказм, но так оно и есть. Ну, а может, было б лепей, чтоб люди працевали до самой смерти, а там бы белые тапочки и халат принесли? Ну, по-моему, государству это выгодно. Горе человек. Оно так и есть, Сэр. Снял. Оно просто так и есть. Ну что, не так я сказал? Нет, да. Так оно и есть. Лукашенко, йоу.